Сегодня, 18 мая, если бы Батырхан Шукенов был с нами, ему бы исполнилось 58 лет. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю не только казахстанской эстрады, но и российской. Вся страна, в особенности Кызылорда, вспоминает сегодня выдающегося артиста, талантливого композитора, певца, саксофониста, любимого миллионами слушателей Батырхана Шукенова, потому что память о нем продолжает жить в сердцах его поклонников. Творческий путь Батырхана Шукенова начался в 1982 году в качестве саксофониста ансамбля «Арай» народной артистки Казахской ССР Розы Рымбаевой. Через несколько лет Батырхан вместе с музыкантами создают свою группу «Алмата Студио». Он начинает вокальную карьеру. Молодой певец и яркая группа со своим стилем покоряют российский шоу-бизнес и многомиллионную аудиторию. На российской эстраде нашего Батырхана особо ценили и уважали за талант, за его человеческие качества. Каким замечательным был Батырхан. Он был прекрасным семьянином, заботился всегда о своих близких, друзьях, родственниках, никогда не забывал. У него замечательная семья, братья, сестры. И также замечательная семья музыкантов, которые почитали за честь общаться с ним. Первый его сольный альбом «Отанана» на казахском языке стал поклоном родной земле. Он был не только артистом, человек с большим сердцем. Батыр активно занимался благотворительной деятельностью, был первым послом доброй воли ЮНИСЕФ в Казахстане. Батырхана с нами нет вот уже 5 лет, но его помнят. Именем музыканта назван один из парков Кызылорды, установлен памятник. Стал традиционным республиканский конкурс его памяти «Отанана». Его жизнь стала образцом служения музыке, искусству, своей стране. Батырхан, қай мемлекетте болсын? Батырхан, какой бы ни был в стране, он всегда оставался казахом, сыном своего народа, нашей родной звездой. Он всегда был для меня большим другом, братом, родным человеком. Батыр навсегда останется в моем сердце, в наших сердцах. 18 мая талантливому музыканту, поэту, композитору исполнилось бы 58 лет. Теперь часы и дни 100 крат летят быстрее, чем мгновение. О, мой любимый друг и брат, уходит наше поколение. Батыр, его неповторимый голос, его обаяние, профессионализм и безусловный талант навсегда в памяти и в сердцах благодарных слушателей. Я так думаю, почему он рано ушел, хотел все и вся и сразу. Понимаете, он такой человек, он никак не отодвигал там, вот завтра сделал. Он хотел сегодня, сейчас все вместе все это. Ну, это очень тяжело. Он для меня всегда живой, был, есть и будет. Кристина Алмасқызы, Досхан Сатпай, телеканал «Кызылорда».